1 марта изменились правила проезда перекрестков с кольцевым движением. Вот, например, при въезде в кольцо мы видим знак приоритета «Уступи дорогу». Уступаем, ждем. Кольцевое пространство освободилось от машин, заезжаем на кольцо. Ничего нового. В Барнауле такая схема движения как действовала, так и будет действовать, пояснили в госавтоинспекции. Тогда в чем же новизна? По сути, ни в чем. Формальные правила всего лишь узаконили юридически, поясняют инспекторы. На всех перекрестках кольцевая проезжая часть является приоритетной по отношению к другим проезжим частям. С введением изменений в правила дорожного движения Российской Федерации организация дорожного движения на данных перекрестках меняться не будет. На сегодняшний день на кольцах Барнаула сохраняются действующие правила проезда. Подъезжая к кольцу, водители, так же как и ранее, должны обращать внимание на знаки приоритета. Водителям нужно помнить, что с 1 марта нужно внимательно смотреть на дорожные знаки. Если знаков приоритета нет, то первыми едут те, кто на круге. Если при въезде на круг стоит знак «Главная дорога», уступать должны те, кто движется по кольцу. Последняя схема движения по кольцу характерна, к примеру, для Новосибирска, не для Барнаула. В Барнауле обустроены 5 перекрестков с кольцевым движением. Малахова-Юрина, Малахова-Антона-Петрова, Малахова-Власихинская, Исаково-Телефонное, пересечение Змеиногорского и Южного трактов. Соблюдают ли барнаульцы правила проезда, спрашиваем у водителей. Некоторые ответили с юмором. Мне кажется, просто надо быстрее проезжать, прям боком заходить в кольцо и выскакивать как можно быстрее, чтобы не создавать пробок. Достали пробки. Ездить надо быстрее. Ездят очень медленно, надо быстрее ездить. А вообще схема проезда по кольцу, она понятна? Схема проезда стала та же принципиально. Кто быстрее проскочит, тот и молодец. Есть вообще какие-то сложности проезда по кольцу? Нету. Подъезжаете к кольцу и как едете? Мы уезжаем на правую полосу и пошли. И съезжаем про крайней правой полосы. Правда, некоторые автоэксперты в очередной раз призывают к бдительности на кольцевых развязках. Проезжать их нужно не торопясь, едва ли не пешком, чтобы в случае аварийной ситуации успеть вовремя среагировать. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.